Так, приступаем к плетению. Бисер у меня номер 10, золотого цвета. И вот такие бусины риса. Мы с вами использовали их уже. Если кто помнит, у меня есть видеоурок. Турецкий жгут был сплетен именно вот из таких бусинок. Мне они очень нравятся в работе. Итак, приступаем. Бисерная иголочка понадобится еще. И забыла сказать, леска 0,2. Ну, кусочек отрезаем, как обычно, я вам говорю, на размах руки, плюс-минус. Так, набираем одну бисеринку, вернее, одну бусину риса, затем одну бисеринку и возвращаемся через бусинку. Вот так вверх. Вот так. Далее набираем 5 бисеринок. 5. Опускаемся к нашему основному плетению. Прохожу через вторую снизу, вот так, в обратном направлении. Набираю бисеринку, набираю бусину и набираю бисерину. Спускаюсь по лесочке к основному плетению. И точно так же, пропустив нижнюю бисеринку, поднимаюсь снова вверх через бусинку риса. Снова набираем 5 бисеринок. Проходим во вторую снизу. Далее набираем одну бисеринку, одну бусинку и одну бисеринку. И снова я, пропуская бисеринку, возвращаюсь иголочкой через бусину. У нас получаются такие вот короночки на ножках. Здесь пока не зафиксировано. Вот плетем 7 таких ножек. То есть снова набираю 5 бисеринок, прохожу сверху вниз во вторую снизу, далее набираю одну бисеринку, бусинку, бисеринку и возвращаюсь, минуя бисеринку, через бусинку.
Вот у нас уже образовалось 3 пико и 4 ножки из бусинок риса. Продолжаем плетение, пока у нас с вами не получится 7 вот таких бусин риса. Плетем. Итак, вот мы с вами проплели 6 бусинок риса. У нас с вами вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сейчас мы поставим 7 и перейдем на нижнюю волну. Как это делать, я вам покажу сейчас. Итак, вот у меня выходит нить из 6 бусинки риса вверх. Далее мне нужно набрать 3 бисеринки. Далее набираю бусинку риса. Далее бисеринка. Снова бусинка риса. Далее 3 бисеринки. Снова бусинка риса. И еще одна бисеринка. То есть наш набор выглядит вот так. 3 бисеринки, бусинка, бисеринка, бусинка, 3, 1, 3. Далее мы опускаемся по плетению. И отступив бусинку, вернее бисеринку, проходим вот в эту бусинку. Подтягиваем. Итак, это у нас получается будет первый, вернее верхний, верхняя волна. А это мы делаем с вами, формируем нижнюю волну. Далее плетение будет повторяться. Мы переворачиваемся вот так. И дальше будем набирать все, как набирали раньше. То есть дальше я набираю 5 бисерин. Делаем пико. И далее, как обычно, набираю одну бисерину, одну бусину, одну бисерину. Опускаюсь вниз. И прохожу через бусину вверх. То есть это будет у нас вот так. Это у нас предыдущий тот, который мы сплели, элемент волны. А это будет новая часть. Дальше вы поймете, пока не смотрите, пока видите непонятно что, да? То есть такое что-то бесформенное, непонятное. Но плетется данное колье в 2 подхода. То есть потом мы здесь будем вставлять дополнительные бисеринки, и вы поймете, как это все преобразуется и оформится в очень красивое ожерелье. Итак, проплетаем здесь то же самое. 6 вот таких ножек, и на 7 делаем точно так же переход. Итак, хотела еще обратить ваше внимание на то, что бусинки риса бывают разные. Вот в данном случае у меня крупные бусинки риса, бывают меленькие. То есть от размера будет зависеть у нас количество набранных вот этих ножек, так называемых, да, зубчиков вот этих вот из риса. То есть если у вас бусинки риса, ну вот вы можете сравнить, да, рядышком с моим пальцем, примерно какой величины они. То есть они бывают меньше намного. То есть если у вас крупные вот такие бусинки
как у меня. Тогда мы будем с вами проплетать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А следующий мы будем проплетать фрагмент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потому что когда мы соберем все это дело на леску, у нас за счет того, что бусина очень крупная, вот здесь будет расстояние очень большое. И тогда мы не сможем с вами собрать все это на бусинку. То есть нам нужно этот еще момент учитывать. Поэтому, когда будете работать с такими бусинами, обращайте внимание на их размер. И также от размера вот этих самых рисовых бусинок будет зависеть само количество вот этих фрагментов, сколько нам нужно будет сделать. То есть, если бусинки риса у вас маленькие, мелкие, то нужно будет сделать вот таких 30 фрагментов. То есть, вот таких 1, 2, 3, 4 и так далее. Если же у вас крупные вот такие бусинки, то это количество где-то сокращается, ну, примерно до 25-22. Это все зависит от того, какого размера вам, какой длины колье нужно будет и так далее. То есть в любом случае, когда вы сплетете вот такую вот длинную-длинную гирлянду и начнете на дополнительную ниточку насаживать вот эти вот ножки, вставляя по бисеринке, вы будете смотреть, то есть какой длины, и примерять на себя. Плюс еще учитывая и оставляя запас на то, что колье еще даст усадку, когда мы будем проходить между волнами, вот вставляя по вот такой вот крупной бусине. То есть эти все моменты подбираются индивидуально. Поэтому экспериментируйте, подбирайте, чтобы у вас получилось красивое украшение. Когда вы дойдете, то есть вот первый веерочек у нас собран, далее также точно набираем одну бисеринку, и вот эти тоже мы проходим, вот где одна соединение у нас было, мы набираем одну бисеринку и собираем на ниточку тоже вот эту бисеринку. Это у нас тоже будет сюда относиться она. Вот так. Все вот эти вот бисеринки тоже, которые между бусинками риса, мы тоже их собираем на ниточку. То есть вот таким вот способом. Ну а дальше точно так же мы продолжаем вот собирать, то есть на нить вот так. То есть у нас получается, видите, как переворот такой. И мы продолжаем каждую вот эту бисеринку набираем и каждую проходим. Вот. Уже само колье просится, волны эти переворачиваются в нужном нам направлении, и уже вырисовывается такое украшение. Правда, леска очень сильно путается, невозможно просто. Но это нам не мешает, мы продолжаем собирать все это, чередуя. Набираем бусинку и проходим уже имеющуюся бисеринку. То есть это вот будет выглядеть вот так. Итак, продолжаем нанизывать наше колье. И дальше я покажу вам, как мы будем формировать далее. Итак, вот я проплела некоторое количество вот таких вот воланчиков. Или веера, или воланчики, что-то такое наподобие. И далее я покажу вам, как собрать и заполнить вот эти пустоты образовавшиеся и придать нашему колье законченный вид. Для этого нам понадобятся бусины различного цвета, можно подобрать, можно золотые в тон, можно контрастного цвета немножечко, ну вот как у меня. Немножко камера искажает цвет, они на самом деле светлое-светлое золото, такие вот бусинки. И далее закрепляем ниточку в нашей работе, завязываю узелочек, выхожу из бусины, снова завязываю узелочек, чтобы леска не распустилась. И сейчас покажу, как мы будем вставлять наши крупные бусины.
Итак, наша задача с вами выйти из вот этой вот верхней бусинки риса, там, где у нас с вами три бисеринки, не 5, а 3. И выходим мы непосредственно из бусинки риса, не из бисеринки, а из бусинки. Далее я набираю одну бусину и прохожу иголочкой также в бусину риса, не в бисеринку, а в бусинку. Далее я прохожу в бисеринку, следующую вот между двумя, и в следующую бусинку риса, вот так насквозь, и затягиваю. То есть сейчас мы придаем нашему колье волны, такие делаем, формируем. Далее вот вы можете видеть, я как раз выхожу из противоположной бусинки риса. Точно так же здесь 3 у меня, не 5. И снова набираю бусинку и прохожу, вот, соединяю как бы части. Точно так же прохожу насквозь бусину, бисерину и бусину, вот так. И затягиваем. То есть вот таким вот способом мы должны собрать все наше колье. Я советую вам по количеству вот этих вот воланов, когда вы проплетете некоторое количество, точно так же делаю я. Я вам советую на своем примере, как делала я. Я проплела некоторое количество, потом собрала на вот такие бусины и посмотрела, достаточно ли мне такая длина. Точно так же я советую сделать вам, чтобы вы не ошиблись с длиной, чтобы вас устроило ваше ожерелье. Ну, получается вот такой эффект волнистости такой. Вот, продолжаем. Точно так же проплетаем бусинки между рядами бусин риса.